Питаннями енергомодернізації соціальної сфери Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради в 2018 році займеться в першу чергу, запевнив заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності Олександр Умельчук. Но, учитывая то, что некоторые проекты мы закончили уже сегодня, на сегодняшний день, мы не стали ждать 2018 года и впервые объявили торги на комплексную энергомодернизацию. В данном случае это школа номер 60, в системе Прозора уже опубликована эта закупка вот, на 8,5 чуть больше миллионов гривен. Для того, чтобы все прошло, как говорится, прозрачно, мы выбрали победителя этих торгов, когда он определится. И, возможно, в первых, грубо говоря, в первые месяцы 2018 года уже приступили к каким-то подготовительным работам, чтобы до сентября сдать эту школу, как первую школу проекта «Теплый Николаев». Школа номер 60 буде енергомодернізована комплексно, сказав Олександр Мальчук. І от інженерних сітей, вентиляції, окон і утеплення фасаду, тобто комплексне мероприятие, предусматриваючи в итоге очень хороший результат по экономии. Мы рассчитываем перевести эту школу из класса энергоэффективности D, в котором она находится, в класс энергоэффективности B по расчетным проектным решениям. В навчальном закладе появится тепловой пункт. В каждом из классов установят интеллектуальный регулятор температуры. Он будет учитывать температуру, которая поступает от солнца, учитывать температуру в классе от находящихся детей и регулировать комфортную температуру для нахождения. Там еще будут применены новые технологические решения в виде вентиляции с рекуперацией, вот, которая также будет экономить тепло. Ну и мы рассчитываем на то, что все эти мероприятия в комплексе дадут существенную экономию энергоресурсов. Отримати статус А ця школа не може, розповів заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності. Дело в том, что бюджетное законодательство наше украинское, к сожалению, ограничивает нас в применении технологий. Да? То есть оно говорит о том, что мы должны все социальные объекты держать в классе энергоэффективности B и C. То есть А можно сделать из любой школы, но это будет очень дорого, соответственно, приведет к какому-то перерасходу бюджетных средств. Поэтому предлагается все-таки оставлять в классах энергоэффективности B и C. Поверьте, это большой скачок по сравнению с тем, с тех классов, в которых мы находимся сегодня. Вот, но в дальнейшем, когда мы энергомодернизируем все наши объекты до класса B и C, конечно, вопрос станет еще более интересных решениях и так называемые технологии пассивного дома, когда здания фактически вообще не берут внешних источников энергии, а получают их, исходя из собственных там технологических решений. Перша енергомодернізація школи номер 60 коштуватиме приблизно 8 мільйонів гривень. Проектна стоїмость реалізації – це 8600, по-моєму. 8600. Это вот комплексная модернизация 60-й школы, ну, вернее так, ее корпуса, потому что 60-я школа состоит из нескольких корпусов, и вот тот самый, грубо говоря, современный корпус, который был построен в 70-х годах, вот мы энергомодернизируем. 8 миллионов 600 – это закупочная стоимость. В процессе системы торгов, системы Прозора, мы ожидаем, что-то, ну, сметная стоимость еще уменьшится, потому что будет какая-то конкуренция, наверняка предложения какие-то, и, ну, я думаю, что вот в пределах 8 миллионов должна стоить эта энергомодернизация. Ганна Званицька, Олег Хусейнов, МСН Дайджест.